Спартакиада руководителей подразделений компаний, расположенных на Ямбурском месторождении, закончилась волейбольными баталиями. Финальные игры получились по-настоящему зрелищными. Результаты могли серьезно повлиять на расстановку команд в итоговой таблице. В борьбе за первое-второе место сошлись спортсмены управления по эксплуатации вахтовых поселков и управления автоматизацией. Борьба была нешуточной, но волейболисты УА и МО оказались чуть более хладнокровными, расчетливыми и, что немаловажно, удачливыми. Они и стали победителями турнира. Во всех видах все команды показывали волю к победе. И достаточно сложно было и в бильярд играть, и плавать в бассейне, и в настольный теннис играть, и в шахматы играть. В волейбол наша команда готовилась. Видимо, тренировались больше, чем остальные, поэтому и победили. Итоги всей спартакиады выглядят так. Бронзовым призером стала команда управления по эксплуатации вахтовых поселков, на втором месте спортсмены инженерно-технического центра, а первая ступенька пьедестала досталась управлению автоматизации. Очень показательно, что руководители, которые приходят сюда, показывают людям, что надо ходить в зал, двигаться, и только так мы можем успешно работать. За ходом спартакиады следил и вам о ней рассказал корреспондент Юрий Грига.